Rispondiamo alla domanda di Olga. Grazie. Olga ha chiesto: i verbi capire e comprendere sono sinonimi? Sì e no. Sì, nel senso che tutti e due, das misle što oba, можно перевести как понимать. Но у этого глагола «comprendere» больше значений. Потому что «comprendere» значит включать еще. Включать не прибор, а включать в группу, включать в понятие. «Comprendere» значит содержать. Поэтому у этого глагола больше значения. В смысле, понимать итальянцы чаще используют первый глагол. Поэтому вот почему я пока еще вам не показывал. Однако, соответствующие существительные, понимание происходит от этого глагола, не от этого. Понимание, компренсионе. Лежит в женском роду. Компрехендо по-английски. Компренсионе. То есть, когда в истерике кричишь, ты меня совсем не понимаешь, это будет компрендер, нет? Как глагол ты используешь как тот, который больше тебе нравится. Хотя итальянцы, hai capito, non hai capito, навряд ли услышать hai compreso, non hai compreso, навряд ли услышишь это. Однако существительное понимание будет comprensione от второго глагола. Я советую использовать «capire», потому что так и говорят итальянцы. Хорошо. Стрит можно? Sì, grazie. Si può. Va bene. Перед тем, как показывать вам новую тему, хотел бы дать вам уточнение по поводу использования модальных глаголов в прошедших временах. Мы уже довольно долго тренировались с модальными глаголами при использовании ближайшего прошедшего времени. Но можно спрягать модальные глаголы в имперфекто. Когда следует использовать модальные глаголы в ближайшем прошедшем времени, когда в имперфекто? Здесь строгие правила. Чаще всего используется imperfetto при модальных глаголах. Non volevo uscire di casa, da posto. Perché ero stanca. Ciao. Ti vorremmo apprezzare. Beh. Я не хотела, допустим, я сейчас имею в виду рассказ Ани, я не хотела выйти из дома, потому что была уставшая, была устала. Почему используется чаще всего имперфетто с модальными глаголами? Потому что когда мы используем имперфетто, выражаясь таким образом, мы не указываем на то, что такое действие здесь выходит, осуществилось или не осуществилось. Используя имперфекто, мы просто выражаем наше желание. Такое действие здесь выходит из дома, осуществилось или не осуществилось, нас не интересует. Когда я использую ближайшее прошедшее время, значит, что такое действие потом осуществилось. Например. Давайте вот так. Сравниваем два предложения. Volevo comprare una borsa. E ho voluto comprare una borsa. Это разные вещи по-итальянски. Я хотела купить сумку. Этим предложением я просто
выражаю свое желание. В прошлом, что я хотела купить такую сумку. Купила, не купила. Нам неизвестно. По этому приложению нам неизвестно. А ho voluto comprare una borsa, значит, не только что я хотела купить сумку, а потом купила. А где здесь, что она потом купила? Ближайшее прошедшее время указывает на это, потому что ближайшее прошедшее время это совершенное время, значит, что такое действие осуществилось. А это... Непонятно. О, валюта это значит осуществилось. Да. Я по-русски не будет так, но по-итальянски, если мы используем. Хотел ближайшее... и сделала. Хотел и сделала. Хотела и сделала. Хочу и буду. Non volevo uscire di casa. Non sono voluta uscire di casa. Разные вещи. Опять, non volevo uscire di casa, я показываю на то, что у меня не было желания выйти из дома. Выходила, не выходила, нам непонятно по этому предложению. А здесь, поскольку использую ближайшее прошедшее время, я не выходила, это осуществилось. Это в отрицательной форме, поэтому не осуществилось, мысли, что не осуществилось то, что я желала, то есть, что не выходила. Крайняя форма желания. Просто, которая... Я не хотела и не сделала. Я хотела и сделала, я не хотела и не сделала. То есть, осталась дома, да? Да. А сразу сказать, ну, сон ушит, это как бы... Конечно. Non volevo uscire di casa e non sono uscita. Это то же самое, как сказать non sono voluto uscire di casa. Вот такая хорошая здесь. Здесь, чтобы... здесь одна глагольная форма, а здесь два требуется, два глагола. Два глагольных формы, потому что... Глаголы все-таки здесь и здесь два. Но здесь три. Волею ушире и ушире. А здесь волею ушире. Но сейчас не так важно так. Еще раз. Имперфект используется, когда мы хотим указывать, осуществилось или не осуществилось такое действие. Ближайшее прошедшее время используется, когда мы указываем, что такое обстоятельства осуществилось. Учитывайте это. Если, конечно, это проще использовать всегда имперфект. Я не указываю, и все. Всегда походит. Но если я хочу указывать, надо использовать в ближайшее прошедшее время. Это еще раз при использовании модальных глаголов. Модальных глаголов. Хорошо. Ну да, но если я с сумочкой говорю подруге, я так хотела ее купить, я уже не могу использовать. Вот это просим, правильно? Но ты должна, потому что ты купила, несмотря на то, смотришь, ты правильно должна выражаться. Потому что я тоже могу сказать, тебя люблю и потом показывать так. Но это противоречается. За что? Мы должны правильно выражаться. Вы. Окей. Сейчас новую тему. Новая тема называется «Трапасато просимо». «Трапасато просимо». Такого по-русски нет. Но трас здесь значит предпрошедшее время. Ближайшее предпрошедшее время. Ближайшее. Да, потому что если дальнейшее предпрошедшее время, не представляете. Однако мы дальнейшее предпрошедшее время не будем изучать, потому что очень редко используется и в письменном виде. Поэтому нет.
необходимости на самом деле. Но в ближайшее прошедшее время будем изучать, использовать еще как, и вы должны знать, справляться с ним. Тра пасато просимо, ближайшее препрошедшее время. Сначала я вам показываю, как спрягается, и как спрягаются глаголы в этом времени, и потом, когда надо использовать такое время. Чтобы спрягать глаголы в ближайшем препрошедшем времени, нам надо спрягать вспомогательные глаголы в имперфекто и добавлять, как обычно, прошедшее время причастия нужного глагола. Например, глагол «comprare». Мастер, это переходный и непереходный, или непереходный глагол. Ну, его просьбе. А, «comprare», помнишь, что значит? Ну, покупать что-то. Бе, переходный или непереходный глагол? Допускать прямое дополнение? Допускать. Еще как, сумку. Бе, окей, значит, это же уже нам подсказывает, какой нужен вспомогательный глагол. Какой, «avere» или «essere»? «Avere». Естественно. Бе, Юлия, «avere» как спрягается в имперфекто? Imperfetto è nascia ni niente da da avevo avevi sì. aveva sì. avevamo sì. avevate sì. avevano da ci ovviamo avevano хорошо Наталья. У глагола «comprare» какое причастие? Правильно. Comprato. Poi, ma avevo comprato. Avevi comprato, avevo comprato, avevamo comprato, avevate comprato, avevano comprato, da как спрягается comprare в ближайшем препрошедшем времени. Bene. Uscire, чтобы использовать те же глаголи, которые были у нас раньше. Uscire. Ega. Uscire. Переходный или переходный глагол? Переходный. Возможно ставить прямое дополнение? Кого, что? Нет, не переходный. Это один из тех непереходных глаголов, которые требуют вспомогательный глагол «avere» или «essere». Потому что это глагол движения. Бен, «essere». А «essere», Дмитрий, как спрягается в имперфекто? Эро. Да? Sì. Эра. Sì. No, «era» это третье лицо. Эри. Эри. Эра. Эрамо. Эравамо. Эравамо. Эравате. Sì. Эравамо. Слишком длинно. Эрано. Эра. Beh, Irina, da cosa precedente con la cosa uscire? Uscito. Tocco uscito? Ieri sto. Uscita. Da. Usciti. Sì, uscita. Uscita. Uscita, usciti, uscite. Ok, поэтому uscire in ближайшем препрошедшем времени спрягается «era uscito», «era uscita», «eri uscito», «eri uscita», «era uscito», «era uscita», «eravamo usciti», «eravamo uscite», «eravate usciti», «eravate uscite», «erano usciti», «erano uscite». Хорошо. Детская забава, да? А сейчас посмотрим, как и когда используется. Это можно терять. Здесь ситуация, кстати, сильно напоминает нам ситуацию, когда мы должны использовать будущее сложное. Помните, что у нас было такое время, да? Будущее простое, будущее сложное. Можете записать правила.
ближайшее, препрошедшее время используется при двух действиях в прошлом. Используется при двух действиях в прошлом. Когда первое действие произошло раньше. Когда первое действие произошло раньше. Что-то не так? О, эго. Б. Когда первое действие произошло раньше. И второе действие произошло позже. В виде последствия первого действия. Когда первое действие произошло раньше, и второе действие произошло позже, в виде последствия первого действия. И при промежуточном времени между двумя действиями. И при промежуточном времени между двумя действиями. Примером вам больше будет понятно. При промежуточном времени между двумя действиями. Точка. Действие, которое произошло раньше, выражается посредством ближайшего прошедшего времени. Действие, которое произошло раньше, выражается посредством ближайшего прошедшего времени. И действие, которое произошло позже, выражается посредством ближайшего прошедшего времени. Когда у нас раньше был вот этот промежуток? Сейчас все объясню при примере. Нет, про предыдущий раз. У нас уже был один раз промежуток. Да, это как раз какие? Когда мы изучали будущее сложное. Да? Да. Здесь это такая же ситуация, но зеркальная. Будущее, в будущем сложном касалось будущего, а здесь касается прошлого. И я напишу вам такое же приложение, которое написал тогда, только с этими временами. Допо ке авево финито и компити... Sono uscita con le amiche. У нас было такое же приложение, если вы помните, но с будущим простым и сложным. Dopo che ho finito i compiti, sono uscita con le amiche. После того, как я закончила домашку, я пошла гулять. С подругами. Первое действие. Я закончила домашнее задание. Произошло раньше. Второе действие. Я пошла гулять с подругами. Произошло позже. Это является последствием первого действия. Потому что если бы я не закончила домашку, мама меня не пустила бы. Что, куда ты? Заканчивая упражнение, потом будешь гулять. Поэтому без этого не было бы. И есть промежуточное время между двумя действиями. Не указано, не сказано, не написано, но понятно. Я не выбросила из окна, как только... Хотя бы обувалась и потом ушла. Да? Наверное. Когда училась, выбрасывалась из окна. Нет, я тоже. Иначе не был пиздец, чтобы с целью, чтобы рассказывал все это вам. Вот. Если, девушки, ребята, если я тогда, когда вам объяснял будущее сложное, вам говорил, ладно, мы это изучали, но так, на самом деле не так часто используется будущее сложное, потому что
Вообще редко бывает, что люди думают о будущем. Ну и что думать? А будущее, которое произошло, произойдет раньше и потом о последствиях этого будущего действия, редко бывает. А здесь нет. Ближайшее, препрошедшее время очень часто используется. Потому что если мы редко думаем о будущем, о прошлом очень часто думаем. Будем тренироваться по нашему учебнику. Читать подобные предложения. Поэтому на странице 177 читаем диалог в рамке. Пошли.